Всем привет! Я приветствую вас на своем канале, посвященному всему помаленьку, то, что меня интересует на данный момент. А на данный момент это рынок криптовалют, поэтому если вы инвестируете в криптовалюты, покупаете какие-то монетки, в том числе и мемные, о которой речь пойдет сегодня, допустим, хочу рассмотреть монетку Polydogi. Если данное видео будет вам полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, в какие монетки вы инвестируете, будет интересно почитать. В общем, монетка Polydogi находится по капитализации, по рейтингу CoinMarketCap на 3053 месте. Позорненьком, да, как и все мемы, но ничего страшного. Нам же главное попытаться на этом как-то заработать, по возможности. Ну и чисто по приколу. Мемку купить, почему бы и нет. Как бы это не совет, но у всех своя голова на плечах. Как вариант действий, почему нет? В общем, у 15 тысяч человек в наблюдении, в списках, это не очень такая популярная тема. Выполнено на контракте Polygon. Циркулирующее предложение здесь вообще непонятно какое. Максимальное предложение 868 триллионов. Очень много монеток, но если учесть, что стоимость такая 7 нулей и 27, то все становится понятным. Рыночная капитализация тоже пока данных нет. Но вроде как 23 миллиона, если все монетки будут выпускаться, вполне себе. Данная монетка появилась в рынке 28 мая, как раз когда появились практически все мемные монетки существующие, потому как в то время Dogecoin как стартанул, и вот на фоне этого стали делаться мемные, в том числе и Polydogi. Минимум монетки был все лето и всю весну, и вот кто-то дождался, кто не продавал, когда она стартанула до 7 нулей 8 каких-то там, в общем, доллара. И, соответственно, те, кто ее покупал летом, продали ее, кто молодец, на этом самом пике, заработав примерно, ну, 30 иксов. 30 иксов тоже неплохо. С тех пор монетка откорректировалась так хорошо. Где-то середины декабря. И, что самое интересное, она не падает ниже. Поэтому из текущих ее очень можно даже рассмотреть. Ну, либо уйдет на дно, соответственно, чуть попозже, что скорее всего. Но все равно ее стоит рассмотреть, обратить внимание, потому что она выполнена все-таки на полигоне, а не на Binance Smart Chain, как обычно. Но не суть. Суть в том, что это за монетка. Эта монетка выполнена на полигоне. 188 тысяч человек ее прикупили. Трансферов совершено 2 миллиона. Довольно-таки часто они происходят, потому что, ну, где-то порядка, может, 100, там, 200 в час. Данная монетка много где залисена на такой бирже, допустим, как Gate.io, Mexi, OKX, LBank, SushiSwap можно купить, на Poloniex даже, на ApeSwap. В общем, на этих биржах можно купить без проблем. Также у них есть такой же сайтец, он кислотный, очень кислотный такой, ну, раздолбайский, да, то есть сразу видно, что выполнен он на коленочке, может, возможно, на каком-нибудь даже конструкторе. Кричащих рассветок здесь отслеживается курс, описание на сайте самой монетки, от того, что у них есть здесь дорожные карты, что они планируют выпустить какой-то Doggy Quake, типа игровой. Распродались 10 тысяч каких-то своих карточек держателям Polydogi, разыграли, которые можно теперь, видимо, купить на OpenSea в виде NFT-шек. Чисто по приколу перешел на OpenSea и вот эти вот доги. Но вот такого я бы купил бы, он прикольный, да, мимас с гитарами там. Кому нравится, переходите на OpenSea и покупайте. Что такое Polydogi? Это веселый, дружелюбный интернет-валюта, в общем. Polygon — это цифровая монета. Наиболее и большая комьюнити в сети Polygon предлагает своим пользователям и держателям развлекухи в виде NFT, каких-то приложений децентрализованных, аирдропов, то есть раздач монеток или чего-либо-то на децентрализованных платформах, и используя для этой цели Polygon. Shiba Inu — это японский там мем, созданный там в 2010-х, в ранних, ну, короче, бла-бла-бла, всем это все известно. Торгуйте на QuickSwap, торгуйте на 1 инч, это показано, где что можно купить, также здесь есть номер контрактика, далее есть описание, как, где, что купить. Ну, я бы планировал, скорее всего, и куплю где-нибудь на той же самой бирже, как Gate.io. Там удобно, если что, продать, если что, купить. И наоборот. Какие есть преимущества? Мгновенные транзакции, дружелюбие к окружающей среде, аирдропы для держащих Polydogi, полный доступ к децентрализованным предложениям на полигоне. Всегда будет
принадлежат только сообществу, никаких налогов, сжигания или панзиномики какой-то, надежные токены ликвидности сожжены. Мы верим в доступ к децентрализованным предложениям для каждого, ну то есть и децентрализованной валютки для каждого. И как обычно, станьте первопроходцем в будущем финансов. Ну такое стандартненькая тема, в общем, не знаю. Ничем это меня не привлекает на самом деле. Но по приколу, почему бы и нет. Потому как никто не знает, какая из мемных монеток в очередной раз выстрелит. И почему бы не может это и быть и Polydogi. Если взглянуть на график на Gate.io на бирже, то монетка была залистена 11 ноября 2021 года. С тех пор она отлетела так на низы, но держится на низах довольно-таки долгое время, почти уже полтора месяца, что не может не радовать для тех, кто купил в низах и ждет, что монетка возможно выстрелит. Как варианты развития событий, вполне годная тема. На мой взгляд, если сравнивать с другими мемами, которые просто на днище лежат и в принципе никому не нужны. Если учесть, что у этой монетки еще не особо много держателей, небольшая капитализация, то выстрелить она когда-нибудь может. Поживем, увидим. Будет интересно понаблюдать. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также у них есть свой Twitter. Зарегистрирован в апреле 2021 года, непосредственно, скорее всего, перед запуском самой монетки. 26 тысяч читателей всего, последняя новость вот от 3 февраля, закрепленная. Новость какая-то от MetaPets, что планируется какая-то игра Play to Earn на базе полидогов, да, но это также, как бы, блин, не знаю, поддержателям этой валютки может быть что-то интересно, но много я бы сюда не тратил, но 10 баксов, почему нет? 10 баксов, если выстрелит потом, да, скинуть миллионы процентов, то даже если из 10 баксов можно будет взять соточку, то это прикольно. Новости постятся также, что смотрите, Nintendo, интересно, метавселенная и NFT, и они чувствуют за ними потенциал. Ну, почему бы нет, вот Марио, да, NFT-хи всякие с Марио, берешь и продаешь тупо картинки, которые принадлежат будут только тебе в цифровом виде. Ну, не знаю, скорее всего это для каких-то фетишистов, либо просто мир сходит с ума. В общем, кому интересны мемы, кто инвестирует в мемы, напишите в комментариях, сколько им удавалось на этом всем заработать. Будет интересно почитать ваши истории на самом деле. Кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего хорошего, профитов и отличного настроения, конечно же. Покедова, увидимся.